Иногда приходится делать неприятные вещи, чтобы выжить и бороться со следующей угрозой. В следующем сезоне «Галактика» не вернется, поймите. Звездного крейсера «Галактика». Старик не бросит нас среди сайлонов. Все на выход. Давайте, поехали. Вы будете прятаться. Наша первая задача — выживание человечества. Или будете бороться. Если мы сейчас вернемся на новую Каприку, человечеству придет конец. И все. Идти путем разума. Неужели любовь этого человека стоит всего, что мы достигли? Если бы ты познала любовь, ты бы не спрашивала. Или прислушаться к своему сердцу. Мы выживем, только если самый главный человек здесь сможет простить себя. Ты потерял контроль. Тебе нужна только война. Это Кара, твоя мама. Наши дети должны знать, что кто-то сражается, кто-то сотрудничает. Что ты будешь делать? То, что давно следовало сделать. Нам надо воевать. Пришло время. Стреляй! Решать. Умоляю тебя, пристрели меня! Кто вы? Я возвращаюсь. Звездный крейсер «Галактика» на экранах в октябре.